Продолжаем интервью. Мария Дмитриевна не договорила. Шефиня. Wellness суперпродукт. Угу. Об этом знаем и хотим о нем говорить еще большему количеству людей, потому что понимаем, что наши клетки нуждаются в здоровой пище. А та, которую каждый день мы используем, мы не знаем, сколько там находится макроэлементов, микроэлементов. А за нас это сделал Стикстен, поэтому всем предлагаю, кто хочет быть надолго здоровым, обращайтесь ко всем к нам. Мы имеем рецепты здорового образа жизни. Здорово. Олечка? Осознала, что надо улучшить, поменять свой образ жизни, улучшить свои действия улучшить, потому что wellness – это один еще из инструментов нашего бизнеса. И в первую очередь, если мы будем его продвигать, то мы будем и бизнес свой продвигать, и наши окружающие, знакомые, друзья, они будут возле нас выглядеть здоровыми. Здоровыми, да, и нам от этого будет спокойнее, что наши близкие, знакомые, родственники тоже ведут здоровый образ жизни. Отлично, здорово. Из всего этого замечательного интервью я понял одно, что если мы будем употреблять wellness, все в мире станут здоровыми, энергичными, гагаузами. Вот. Идемте. Все, на этом интервью в перерыве закончено. 5, 10. Ноги влазят. Пальчик свой убери. Дай Толе, Толя лучше подтянулся. Наташа, наверное, может быть, умеет как. Давайте я вошу. Вещи подержу. Не, вы подержите вещи. Ой, Господи, давай. Еще камера снимает. Так что можешь перевернуть его, чтобы он втроем там. Да, переверни тогда его с остальными. Кис. Подожди, смотри сюда. Я видна. Прелестно. Очень хорошо. Потом подвижу. Прекрасного качества. Все, девчонки, я пошла. Все, давай, пока. Что ты не прижалась? Я прижалась, а ты на коронеле.